Вот пришли в такой лесок. Много здесь шиповника вот этого колючего. И вот нашли такой вот грибочек. Подберезовик. Такой симпатичненький. Таких вот грибочков насобирали, небольшеньких подберезовиков. И вот еще таких два маленьких грибочка в колючках растут. Вот еще такой грибочек. И вот такой вот под березкой растет боровик. Мы его срежем. Опа. Такой вот боровичок. Вот такой вот грибок спрятался под листьями. Второй. Уже подъеденный. И вот здесь тоже их поели уже. Подосиновики. Кто-то съел. Вот какой большущий гриб. Сейчас попробуем его достать. Что за грибок такой? Разломался. Вот такой чистенький. Одна половинка. Тут большая. Еще одна. Такой вот большущий гриб был. Ну, чистенький. Вот еще один какой большой грибочек. Тоже чистенький, но сырой. Дожди идут, он сырой. Такой гриб. Вот еще такой вот грибочек. Подосиновичек. И вот еще такой вот грибочек. Подосиновичек. И вон еще один грибочек. В колючках уже все поискололись этими шипиками. Какой маленький. Боровичок. И вот такой вот маленький подосиновик. И вот такой вот совсем крохотный. Такая белая нога толстая у них. Такой вот красивый грибочек. И вот такой вот грибочек.
подосиновичек какой. Беленький такой. Такой красивый. И вот еще такой вот грибочек. Такой вот совсем-совсем крохотный грибочек. Снова тоже срежем малютку. И вот здесь, смотрите, какой из-под веточки выглядывает. Опа. В колючках все. Все в колючках, сплошные колючки. Все заросло шиповником. Вот такой вот шиповник. Колючий-приколючий. Думаю, все здесь. Такой лес. Бурелом. Все в колючках. Такой осинничек. Такой вот лес. Такие вот высокие. Такая осина раздвоившаяся. Такой вот лесочек. С той стороны. С этой. И с этой. Все вот в таких вот деревьях. И осинник высокий, и березки маленькие. В общем, такой вот лесок. Вот еще такой вот грибочек. Красавец такой вот. Спрятался. Очень плохо видно листва так. Такой вот толстый ноги. Опа. Ух ты. Совсем его не видно. Такой вот красавец. И вот еще один спрятался. В таких вот коряшках. В корягах. Вот в таких коряшках любят прятаться грибочки. Вот еще один грибочек. Такой вот лесочек. Такая вот красивая рябинка. Растет такая рябинка. Красавица. И вот такой вот лес дремучий. Совсем все заросшее. А внизу вот эта вот костяника, или как она называется. Все вот в такой вот травке, костяники вот в этой. Пахнет. Чем-то таким вот, как смородиной. Смородишник тут кое-где попадается. Такой вот лесочек. Дремучий. Непролазный. Все в буреломе. Вот такой вот лес. Чистых лесов у нас не бывает. У нас вот такие вот. Такие вот. Буреломы. Там солнышко светит. Вот такой вот лесок. Вот смотрите, какие красавчики. Вот один. Второй. Третий вот такой поеденный. Еще один вот такой большой. Грибочки. Вот еще такие вот большущие грибочки. Такой большой. Один. Тут под листочками второй. О, какая нога у него. Толстенькие. Какой большой поеденный гриб. Еще один растет.
какой большущий. И вот какой большущий красный гриб. Красноголовый такой большой. Ох, это я не срезать его-то даже. Какой крепкий, опа. Такой вот грибище большущий. Красавец какой. Это подосиновик. Вот уже такое ведерочко набрали грибочков, подосиновиков. Вот такая вот красота. Такие вот грибочки, подосиновички. Вот нахватали уже полмешка вот таких вот подосиновиков. Есть, конечно, покусанные, поеденные, но в целом они все практически вот такие вот хорошенькие, чистенькие. Что-то он почернел так. Потемнела, может, ножка такая. Ну, такие вот. Они, может быть, так и должны. Да, они, наверное, так и должны. Темнеет нога у них. Срез. Такие вот грибочки. Вот какие большие осины. Высокие-высокие. Такие вот осины. Березки и осинки. Такая вот красота. Вот какой большущий боровик. Там вот подосиновик. Здесь вот такой большущий, толстый боровик. Ох, какой. О, тяжеленный такой. Такой вот боровик. Ох, сразу целое ведро. И вот еще один подосиновичек такой. Красота. Вот еще какой грибочек в колючках сидит. Какой большущий. Красота. Раз, вот так вот, раз. И уже все полно. Где-нибудь тут может еще есть. Может и нету. Вот какие грибы. Вот какой грибочек. Один. Тут вот он, второй. Какой-то вот еще старенький. Такие вот грибочки. Набираем ведерочко. Грибочки, грибочки. Так, еще дальше пойдем. Может, еще есть. Ой, какой старый. Переросший, уже испортился. Ой, какой большой. Может, хороший. Ох. Наверное, уже не очень хороший. Уже нога старая какая. Ну, сейчас посмотрим. Вот какие грибочки. Один. Второй. Вон там он два каких большущих. Таких вот еще. Здесь вот какой старый грибище. Такие вот. Те особенно два каких красивых. Каких два красавца. Такой большущий один. Как же его срезать-то? И вот такой большущий еще один. Такие вот грибочки, подосиновики. Вот, считаю, уже полная ведерко.
большущих грибов. Вот совсем какой маленький подосиновичек лезет только. И вот два таких совсем-совсем малютки. Такие вот грибочки. И вот опять полная ведерко таких вот грибочков. Есть и великан, есть совсем-совсем малютки. Такие вот ухабы здесь везде. Такой вот бурелом. И тут везде все. Бурелом еще такой. Непролазный. Ой, какой. Такой вот лес. Пересохшее болото. Грибочки, конечно, в этом году просто шикарные. Такие вот красноголовики. Просто обалденные. Вот сейчас будем все перебирать, замачивать. Ну, а потом что-нибудь с них приготовим. Но всем тем, кому наша прогулка за грибами понравилась, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.